Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Строительный кадр, и это переделка кровли. Для тех, кто смотрит первый раз, мы переделываем кровлю уже в третий раз. То есть первый раз здесь без моего ведома вместо утеплителя сделали 300 мм ППС. Кровля стала течь. Мы сделали ремонт, поменяли полностью пенопласт на утепление 250 мм. Как тогда мы думали. Пришла весна, и опять все стало течь. Причем течь стала еще, по-моему, зимой. Сейчас переделают кровлю в третий раз. То есть, если вы думаете, что это какая-то уникальная ситуация, нет. За это время я пообщался с большим количеством кровельщиков. На самом деле, моя ситуация оказалась не уникальной. То есть, люди попеределывают по 3, по 4, по 5 раз, платят большие деньги. Это миллионы рублей, чтобы, наконец, закончить кровлю и успокоиться, чтобы она там ничего не текла. Так что, эта проблема, на самом деле, часто бывает у всех. И давайте посмотрим, как конкретно решаем ее мы. Здрасте, здрасте. Вот и настал этот день, да? Да. Колдовали с какого? С января месяца, да, мы колдовали на этот год? Да. И сегодня прям... Ну, собственно говоря, мы вскрыли в двух местах. Вскрыли два листа и посмотрели. Мы нашли новопосит. Стресс разный новопосит. Мы раскрыли. Даже нашли. Гринфилд. Ребята пили. Кучу саморезов, но они без уплотнительной резинки. Вижу. Вот направление листов получается не совпадает. То есть у нас вот один лист замок вот здесь, он сверху. По идее следующий, вот у него, если мы идем, следующий замок должен быть снизу. А он у нас сверху. Дальше клепки на кровле. Получается, у нас перехлест идет на одну волну. При таком угле наклона кровли нужно было сделать две, как минимум. Сделано. Это пенопласт. Ну, собственно, его видно. И он по всему периметру. Та же самая ошибка. То есть вот у нас наши клепочки. Мы обнаружили след. Смотри, лично сцепили неправильно, вон дырка у нас вот. Ошибка, собственно говоря, в том, что у нас подкровельное пространство, воздух туда не заходит, ну, то есть не забирается, так как у нас вентзазор заглушен, и не выходит наружу. То есть с другой стороны у стены у нас тоже все заглушено. Плесени ничего нет, то есть все нормально. Ну, были места, вот мы там вскрывали одно место, получается, ребята, видимо, когда монтировали, встали ногой, продавили утеплитель. Ну и, собственно, там как бы был наш мост холода. Присутствие клепок в хребте профлиста, перехлест одной волны, то есть для такого уклона нужно сделать две, то есть поэтому нам сейчас требуется еще дозаказать листы. Ну, пленка, собственно говоря, я не знаю, это не пленка, в простонародье это называется тряпка, то есть снизу мы ее не используем, то есть нужно использовать правильную гидроизоляцию, чтобы у нас отсюда пар не выходил наружу и не заходил в кровельный пирог. Кровельный пирог должен оставаться сухим. Даже если в каком-то случае у нас как-то влага попадает в пирог, да, при правильной вентиляции у нас это все как бы выходит. То есть это просыхает в течение лета. Работы по ремонту кровли, они будут длиться на два этапа. То есть первый этап — это внешний, когда они с внешней стороны, они снимают весь металл, убирают весь утеплитель старый, укладывают новый утеплитель, делают вентзазор, закрывают обратно профиль, делают входы-выходы для воздуха, вот, закрывают
верхнюю часть. Затем начинаются работы изнутри. То есть это когда всю обрешетку эту снимают изнутри. Пленку эту говеную выкидывают нахрен, вообще сжигают ее, чтобы вообще не существовало. Потом снимает утеплитель старый Техниколь, который вот остался там, ну, буквально 5 сантиметров. Меняет его на новый, таким образом толщина утепления уже будет 300 миллиметров. Ставят сверху нормальную уже пленку УРСА и закрывают обратно обрешеткой. Ну что-то есть критическое? Конфигура вообще нет, заглушен полностью. То есть оставили частями пенопласт? Ну должен был быть. О, ох, нифига. Вон какие щели. Он через них сюда усыпанет. Офигеть. Полностью так гремится. А как, в смысле, она везде, по всему этому? Видишь, вот это прям порез. Вот порез. Он прям парит оттуда. А это что, так от чего? Ну это ножом. А зачем? Не знаю. Здесь вот тоже. Ну какая-то логика же должна быть. Смотри, видишь тоже. Тоже ножом, что ли? Ну, либо порыв, либо наступили, не знаю. Ну как раз вот если вот. Охренеть, брать, да, стол, вот она получается. Но да, брать стол, вот здесь вот видишь пенопласт. Не вижу. Покажи. Видишь, там вообще никого нет. Здесь вот порвано. Ну вот мы эту проблему не имеем. Да, и все, и погнали. Так, ну собственно говоря, вскрыли мы кровлю нашу. Наконец-то мы это сделали. Все этого так долго ждали. Так, ну по ошибкам получается, что тут у нас оставлен пенопласт. Это, видимо, первая часть этой эпопеи. Вот, это мы не разрезали. Это у нас порыв. Здесь вот у нас тоже, ну, порвано. Здесь надрезы. С другой стороны, ну, собственно, это вот столб как раз у нас вот в этой части примерно где-то стоит. То есть, соответственно, отсюда водичка попадала на нашу псевдопленку и по ней скатывалась, ну и, соответственно, капала. Вот. Еще мы что обнаружили, у нас не хватает. Блин, как-то показать. У нас не хватает утепления, как минимум полтинника. То есть сейчас у нас по факту 200 получается утепления, а не 250. То есть, ну вот там пространство. Утеплитель должен быть прям мембране подходить. Ну вот основные пока моменты, то что вскрыли. Дальше будет интереснее, наверное.